Здесь, пожалуйста, а вы... Квартира. И сколько их там человек жило? Корреспонденты, да? Говорят, два человека, не знаю. На квартире два человека. Там старшая по дому внизу стоит, Татьяна Васильевна. Не, ну мало ли соседи, тоже неплохо их знают. А второй где был? Там мы были... не знаем, мы работники. Там еще, говорят, ребенок был. У них не было детей? Никого не нашли? Нет, соседи говорят. Вот там пожарные листы, не разговаривается. Осторожненько. Много дверь, что-то две замком заклинило замок, и он не смог открыть. Она, видать, пьяная, не открывала ему. А так как у него были, они вместе живут с ней, а у нее есть квартира, а здесь еще брат есть. И брат их гонял, и он с этой женщиной жил в другом доме. А сейчас брат летом нету, и смотрю, они сюда пришли. И, видать, она здесь пьяная спала, он решил, ну, хер с ним проспиться, и он ушел в ее квартиру спать. Он еще не знает или не знает, что вот, живет там. И я раньше его здесь не видела, а потом они начали со славы встречаться. А у него еще брат, а брат порядочный, более-менее. И он не гонял эти холодные. А сейчас на лето он уехал в деревню. И, видать, они обрадовались, что он уехал, и здесь тусовались. Но славы не было в это время, была только она одна. Как кричала. Вы знаете, она вот умерла, я вот здесь работаю, и я вот ненавижу вот эти холодные.
там даже ругают и вообще вот это. Она вот хорошая была. Вот просто говорят, муж что ли у нее умер, и она потом с Славой вот начала, а Слава пьет, конечно, ее напоили. И вместе начали пить, и любовь. За ручку держится, любой, но пили на пару. И она всегда хорошая была, не агрессивная, не... Вот на что она пила, ну, мне, я даже смотрела, мне не человечество ее было жалко. Вот. Есть такие, которые думают, блин, что вы там допились уже. Она, как говорят, кричала, спасите, как я убежал за зоопарки, за парапет. Какого там не парапет? Ну, за подоконником как-то убежал. И еще не было такого огня и дыма, могли бы спасти. И говорят, пожарники очень медленно, прям медленно сворачивались. Потом, когда им сообщили, что пожар 14 этаж, они же узнали, какую лестницу надо. Сначала заехала машина с хорошей лестницей. Потом они ее отогнали, и пока вторую пригнали, и пока открывали, она уже сорвалась. Могли бы потом сразу. А еще была... не этаж был кто-нибудь дома, за ноги взяли бы 3-4 мужика, и ее за ноги когда она висела. Ну, это нереально. Почему нереально? Все живы. Нет, она погибла. Почему нереально? Она так висела. И вышла на эту сторону, здесь балкон, и как-то можно по балкону, кто-то вот за ноги вот так взяли бы ее, и где-то что-то. Она из последних сил держалась, а потом это уже, наверное, или от дыма руки отпустились, потому что она дышалась. Но... Там же жар еще идет. Туда жар. Если бы она вызвала, кто-то слышал, что что-то взорвалось, он же был водителем, может, бензин, солярку какой держал. Ой, как-то мне ее жалко. Боже мой, такая смерть. А за ноги держать это тоже, извините... Надо. Не, ну вот, допустим, кто-то. А пришли с нижнего этажа трое, четверо мужиков. Пусть бы она как-то разбилась об чего-то, что-то, что там слоя. Но они бы ее удержали бы и затащили бы в нижний этаж. Все на работе, народу нет никого. Ну а может быть кто-то не говорят, и не по каждой на работе, каждый знает свою работу. У них должны быть батуты. В первую очередь видели, женщина там торчит, вдруг она сейчас не выдержит, быстро расселили батут, потом уже с этой лестницы решали бы, правильно? Они этого не делали. Такая смерть, нет, и такой ужас. Она кричала, она сильно орала. Она, говорят, час почти там орала, кричала. И никто ей не помог. И в итоге пришли уже почти помощь вот-вот. И батут не расстелили, и она упала прямо на асфальт. Они эту машину с короткой лестницей стали в сторону отгонять, а другую хотели подогнать. Уже лестницу эту достали, стали раскладывать, она в это время уже не выдержала. А если был бы батут, может быть, хоть как-то перекалеченная, но как-то. Я считаю, что это пожарники неправы. И все так в округе, все так говорят. Они говорят, медленно, не спешили, не шевелились. Им все равно. Если бы они сразу батут увидели женщину висеть. Нет, ну просто такой огонь за секунду. Лена, надо бы, это Люда, надо было батут расстелить и потом заниматься лестницей. Ну вот так, и вот так. И погибла женщина, а так могла бы остаться в живых, если бы пожарники поступили по-другому. И виновных лежит. Нету. Конечно, она виновата. Но, а может и не она, не столько. А какой, говорите, взрыв там был? Кто сказал? Кто-то говорил, кто-то, что бабахнуло. Был, там сперва что? Огня не было, говорят, а был как дым. А потом как огонь, ни с того ни с чего, сильный огонь. Она открыла окно, говорят, потому что дверь была заклинятая. А сюда или она не смогла доступиться к этой комнате? Если бы она в эту, есть балкон, и может пересели, кто-то из балкона, с другого соседнего ее забрали, пили как-то. Я говорю, не надо прыгать. Ну все, там я была, вообще стояла, смотрела, мне даже пушку. Даже вот у этого все время. Меня прям живот прихватил, вы что, хотите? В первый раз в жизни вижу, как человек летит. Ни хрена себе вам такой концерт смотрит. Вот 5 минут зашли ребята туда уже пожарные, они быстро приехали. А скоро спрашиваю, лет? Спрашиваю, говорю, мне не надо лет, потому что по словам матом. Уже никто. Двушка, там нету трех комнат. И вот 5 минут, даже 4 минуты. Говорил, что баба, это, говорит, женщина из окна. Говорю, Нина, делай вот так. Тряпку намочи быстро, я делай, сядь на пол. Он говорит, линолеум горит. А пожар начался вот оттуда, какой комнату. Очень сильный прям, очень сильный. Такой, да, сильный панк был. Люди ходят, кричу. Никто не слышит, думаю, больные что ли, блин, уже. Пожарные приехали, говорю, быстрее, люди горят. Не знаю, что за люди, хрен его знает. Она прямо летела, прямо стоя и поехала. Она повисла сначала.
Да, козырек, наверное, задел. Она держалась. Держалась, я говорю, не надо этого делать. Падай на пол. Намочи быстро где-нибудь водой тряпку, сними кофту. А у нее уже начали волосы уже. Это. Да. Да. Прямо она шлепнулась ровным весом и прям с животом. Ну, прям. Шалан, шлепок был, так услышно было. Ой, какой там шлепок. Ох, прям вообще не могу. Вот. Меня Стаха стоит, в телефоне разговаривает. Только начался дым чуть-чуть. Говорит, курит, что я говорю, так. Там же еще курит. Вот это, здесь же это, сигареты такие, трубой. Вейпы. Мы думали, вот это курит, она говорит. Да уже, по-моему, здесь, а потом, здесь как уже, по-моему, пошло, все. Как поехала это, мама мне. В этот, ВКонтакте уже, а в этом, где? На Фейсбуке. Да никто не знает. Мы ездили уже. Может, он тоже там где-нибудь уже да, коньки откинул? Да нет. Я сомневаюсь. Там я так думаю, что скорее всего произошло, что он поехал к маме влюблено. Мама, блин, влюблено, что, деньги просит? Я так не знала, что ты видишь квартиру. Она изначально он поехал к этой Ларисе. К этой Ларисе поехал вызывать МЧС, чтобы вскрыть дверь. А ее не, его что, нету? Придурок, что ли, поехать его, МЧС, вызывать влюблену? Нет, к Ларисе домой, чтобы вызвать МЧС. Чтобы отсюда нельзя, что ли, вызывать? Кино и концерт. Дверь заблокированная была. Да у любого человека можно было спросить, 112 да, вызвать. Да, дурно. Бесплатно. Скажи, тоже концерт рассказывает. Что-то тот не то. Да пьяные, что хотите? Безумно. Говорят, хлопок какой-то еще тут был. А бабахнулось прям так, взрыв такой был. Окна полетели сразу. Что могло взорваться? Не знаю, в большой комнате окна прямо, чу, прямо как начали. Знаешь, сколько раз бабахался? Раза четыре. Не знаю. А что там могло? Газа же нет. Не знаю, там чего бабахался. Так бабахался, что... Мои снохи, плохо стало. Я говорю, иди отсюда. Когда уже сказала, что она полетела, вообще хреново. Я говорю, ну все, сейчас тебя еще скорую вызвату. Я говорю, и приехали, сидят скорые. Сели, сидят. Ну а что не могут я сделать? Я меня сейчас прошу, и лет. Я говорю, ты что, вообще что ли? Потом как послала их к матам, уже не выдержала. Объясняю, дом 34, 14-этажный дом. Корпус какой-то. Хрень его знает какой. Первый, я говорю, первый поди, 14 этаж. А сколько ей лет? Все, тут уже все, понесло меня. Ой, ну вот это горело вообще. Ой, я думала, ну что, сейчас еще ток провода сгорят и будет вообще хана. Как стреляло там внутри, я не знаю, что там такое. 5 минут не хватило, клянусь, говорю, вот 5 минут. Говорили, что да, вот чуть-чуть. Вот 5 минут, они зашли, дверь вышибли, прямо чувствуется, эта волна ушла туда, и она летит. Блин, я прям, я говорю, не надо, не делай этого. Ну хоть бы матрасов ей сюда набросали. А у нее там ничего нету. Да нет, вот соседи бы побросали. Какие, матрасы. Какой матрас, соседи стоят. Никого нету. Кричу, ору, оттуда кричу пожарникам, быстрее идите. Стали, ты прыгнули. Кто не спешил? У них же куб должен быть для этих случаев. Никто не спешил, короче. Я вот видела, с той стороны бегала, сюда бегала, у меня 2 балкона, туда-сюда. Никто не спешил, скоро приехал. Сели сидят. Ну я проходила, прям много видела. Да. Вы бы слышали, как она... Ой, как она кричала, да? Она вот летела, она уже, я даже не слышала уже, как кричала, мне уже самой, блин, это... Угу. А когда пожарные приехали, она еще живая была? Пожарные приехали быстро, пока вот этот драндулит подняли. Вот, они могли быстрее уже вынести дверь. Пока вынесли дверь уже, вот вынесли дверь. Вот пламя ушло туда, она прыгнула, она висла, повисла, это, краюшек окошка. Я говорю, не делай этого, не надо сюда, я говорю, повиснуть. Сиди там, я говорю, делай вот так, футболку подними. Намочила бы футболку и запилила. Так а уже начали уже это, волосы. Волосы гореть? Да, волосы уже там начали у него. Ой, ваш... Не упала, так сгорела бы, если бы она прямо летела, прям как это, труба, и прямо шлепнула с лицом. А я как дура еще смотрю. Там, говорит, пламя херачило, поэтому... Знаешь, какая пламя была? Вот от этой комнаты большой, угу, прямо знаешь, какое пламя? Взрывы там начались.
Сначала мандарах там, что не знаю, что бабахалось. Ну, говорят, он водителем был, может, газ. Откуда это, я знаю, что там внутри? Несколько взрывов было конкретных прям. Ужас вообще какие. А потом пламя такая. Откуда пошла. Здесь газа-то нет? Она я уже вообще... дым такой черный прямо, черный дым. И она уже выходит как негр, даже не пойму, кто это такая. Уже смотрю, на волосах уже огни, и она уже все. Уже... Вот так она сидела, одна нога там, другая здесь. Я говорю, не делай этого, не делай, сядь на пол. Он говорит, линолеум горит. Там даже встать негде было.